События, скандалы, личности Нижнего Тагила. Вторник и пятница. Новое юмористическое шоу. При поддержке агентства новостей «Между строк». Интернет-шоу «Отдельной строчкой». Привет всем! С вами Алексей Блэк. И Влад Индиго. И вы смотрите в монитор. Интернет-шоу «Отдельной строчкой». И новость номер один. Мистика. В Нижнем Тагиле микровэн съехал в речку и убил человека. Восстание машин начинается с малого. Странное ДТП произошло 24 июня, около 2 часов ночи на берегу реки Иса. Погоди, для ДТП нужна дорога, то есть это речно-транспортное происшествие? Водно-машинное? Акватехническое? H2O-ферумное? Да ну это все нафиг, давай дальше! Где отдыхала небольшая компания молодых людей. Пока тагильчане отдыхали, микровэн Toyota самопроизвольно скатился в воду. А говорят, Toyota управляй мечтой, а? Пока она не свалит от тебя. А Бамблби, когда свалил, вернулся вот так. Или на ней слишком часто писали «помой меня». Вот машина и психанула, решила вымыться сама. Ребята не стали пытаться сами достать транспорт, решив дождаться рассвета. Ночь темна и полна ужасов. Не просто, блин, не в состоянии достать машину. Утром, когда машину вытащили из воды, под ней обнаружили тело мертвого мужчины. Что он, блин, делал ночью посреди реки? Toyota явно что-то скрывает. Трансформируйся! Трансформируйся! Дэвид Блейн, расхукошь мою машину! Никто из отдыхавших опознать труп мужчины не смог. Одно ясно. Это был не я. Также таинственным образом исчез водитель микровэна. Это загадка для детектива. Детектив! Идиот! Он вас спасет! Так, отметины на лице убитого совпадают с рисунком протектора на машине. На теле обнаружены следы борьбы. Наличествует асфиксия дыхательных путей. По ногтям резина той же марки, что и у Toyota. Все очевидно! Убийца дворецкий! На самом деле достаточно сложно комментировать данное ДТП. Никаких улик нет. На данный момент ведется доследственная проверка, после которой, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело. А судить-то кого будут? Машину? Пусть ее судьбу решит высший трибунал автоботов. И мы говорим об этом отдельной строчкой. И следующая новость на сегодня. На Гальянке водитель на огромной скорости въехал в колонну машин. 25 июня около 10 часов вечера на Черноисочинском шоссе произошла большая авария. Автомобиль Шкота наехал сразу на 7 впереди стоящих легковушек. 7 машин. 3 штуки до страйка не дотянул. Как пояснили в ГИБДД, причиной аварии стало превышение допустимой скорости. Нет, не так. Водитель автомобиля «Шкода» даже не имел прав, кроме тех, что определяются Конституцией. Вы не подумайте, у нас нет рабства. Как это? Я же в GTA получил! Погибших нет, в результате аварии только один человек получил ранение. Водитель машины. От остальных водителей. По жопке. И мы говорим об этом. Отдельной строчкой. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. А самые интересные новости читайте на сайте междустрок.рф. Ежедневно в нашем городе происходит огромное количество событий. Если ты стал очевидцем одного из них, присылай его на сайт междустрок.рф. И, возможно, именно твоя новость попадет к нам в выпуск.